Всем привет, с вами Кайзер и Танами. Мы начинаем играться в Planet Explorer Multiplayer. Ну, кто начинает, а кто нет. Как это? Ну, ты же не начинаешь. Да, давай. А, ты уже раскрыла. Я еще нет, я еще сундучок не раскрыл. Там кликом раскрываем сундучок, получаем много всякой ерунды. Сейчас я выставлю себе на этот, как я обычно делал. И рецептики появляются все. Да, в мультиплеере, что интересно, тут все рецепты. Так, стоп. А, это миссия, господи. Зачем я квест открыл? Тут квестов нету, я забыл. Да. А в мультиплеере нету квестов, зато открыты все рецепты, можно уже сразу делать все, что хотите. А потом, что можно сделать? Можно все покупать. Вот здесь, по-моему. Но мы не будем. Вот здесь все покупается, что хотите. Ну, может быть, мы возьмем фонарик, к примеру. А, на головный? Да. Вот. Это, наверное, максимум. Не, хотя, не знаю. Посмотрим, что возьмем. Так, это наша группа. Джетпак за 1000 есть мясо. Да, блин. Так. Потом, ну вот вы видите, да, все, еда, короче. Ух ты, репэйр кит. Энергетический рюкзак. У тебя звездочка. Да, где? А вот этот значочек. Группа, да, наша. Здесь. А где наша группа? А второй сверху значок. Тут есть такая полезная штучка, как, а, вот это? Как публичный инвентарь. Угу. Кстати, да, вот классная это вот штука. Публичный инвентарь. Сюда можно складывать из своего рюкзака, сложить все ненужное. То есть. И отдать Тане. Да, если будем находиться в разных местах, то. А это. Это шоп. Это что-то другое. Шоп. Вот. Давай добывать дерево. Ча, фонарик возьму. Наголовный. Угу. А где он тут? Там. Там. Вон там. Ищи его. А, вот нашла. Сколько? 20 мяса? Да, всего лишь 20 мяса. Пум. Батарейка 500 стоит, ничего себе. Какая дорогая батарейка. Так. Добываем растения. Короче, мы что будем делать? Мы будем смотреть, добывать. У нас погода, правда, такая. Вот такая вот. Отключи, да. Дождик. А, я не знаю как. Ха-ха-ха. Нет, там просто погоду можно тоже ставить, какую вы хотите. То есть я поставил рандомную. То есть, ну, она да. Любая будет. То есть будет и хорошая, будет и плохая. Вот. Но пока что... Наша задача набрать ресурсов, потом мы на сканере будем. Дождик прекратился. О, смотри, прошло. Накаркали. По экрану последние капли стекают. Вот пошла капелька. Вот она. Вот еще. Все, закончились капли. Нет, не закончились, все еще ползут по экрану. Ну это прикольно, экранчик такой мокрый получается. Так, да? Есть. 4 дерева я добыл всего лишь. А ты рубишь? А что не видишь? Ну, у меня ты стоишь возле дерева, красуешься. Плюс 8. Я рублю. Ага. Ну, альфа. Что сказать? А что это такое? Что? Вот. Что это за монстр такой, блин. Ну его нафиг. Не советую к монстрам идти. Вот мне бы вот эту вот штуку срубить. Какую? Он, видишь, здоровая такая. У там дерево. А, пошли потом, рубить. Потом, подожди, давай немножко дерево нарубим. Хотя бы с десяточек сделаем топор деревянный. А что ты стоишь? Пойдем... Давай пахай. А я что? Вот, ты подбежал, начал рубить. И все, один раз рубишь, да. И останавливаешься. Но это сделано, чтобы не нагружать серваки. Знаешь, ты такой стоишь, в дерево втыкаешь. Бля. Вроде сейчас еще 3 часа буду в это дерево втыкать, потому что полочка очень медленно идет. Я думаю, может, не надо, блин, такое... Не, наверное, я не буду это большое рубить. Вот, я что-нибудь поменьше. Вроде подошел к зову природы, типа. Ага. А я срублю все-таки. Игра
ну, в синглплеере, по-моему, у меня подходит к логическому завершению. Я не знаю почему, правда. Чего? Ну, там, там есть, оказывается, ограниченная зона действия. То есть у меня квесты дошли до такой степени, что они вышли за пределы той зоны, в которой можно играть. То есть они как бы квесты есть, а зоны дальше нету. То есть не пускают. Что там нажать, чтоб Y? Y. Сейчас хочу. Зачем? Топор создать, может, быстрее дело пойдет. Угу. Деревянный же ж можно создать? Да, 10 надо дерево. Так, 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 так. Wood axe. Вот, я только что 11 насобирал. Есть такое дело. Так. Я топор обычно на двойку ставлю. Ну, давай. Но сегодня ты его поставила необычно, да? Ну да. О, чуть быстрее пошло дело. Я его все-таки срублю, это дерево. Так, на двоечку, да? Так. Двоечка. Время 3 часа дня. Блин, какая тут здоровая штука есть. Да, и кстати, в мультиплеере в кроватях почему-то спать нельзя в определенных местах. Да. Не, ну в смысле. Кстати, я... А, карта у нас вообще минимизирована сейчас. Ну да. То есть черная вся, не открытая. Вот, но но в мультиплеере есть пещеры, блин, подлые. Вот как здесь, вот где я сейчас нахожусь, тут прямо пещера на упал? Пещере. Нет, повезло. Опа, а что такое? Я не понял. Я подошел к дереву, оно не начало рубиться. Ох, елочки зеленые. Нет, тоже бесполезно. Нет, повернись и беги отсюда, Кайзер, беги. Так вот, в кроватях можно спать только в, ну, в цивилизованных местностях. Прикольно. Ты что, не помнишь, мы когда-то играли? А ну, сейчас нашли. Я попробую чудика забить. Да ты что ж ты, ничего себе толкается. Эй, чудик. Тихо, мясо улетело. Так, я почти кактус дорубываю. Или это не кактус? Везет тебе. Ох ты ж, ёлки. Короче, на пригорке лучше не ходить, тут очень много дырок. И у персонажа есть такое свойство, как съезжать. Угу, туда там. Как бобслеист. Ну давай, собирайся. Нет, не хочешь лотос собирать. Ну и ладно. Шоколадно. Ай, разбудите, когда дерево срубится. Надо понасобирать деревьев побольше. Потом понасобирать растений. Угу. Жалко, в мультиплеере квестов нету. Угу. Вот. Но зато есть свободное строительство, которое мы можем сделать. Базу открохаем. И походу я даже могу свою машину сделать. Сейчас посмотрим. Да, вы знаете, да. На нее же ресурсы нужны. Ну да, вот чтобы сделать, надо ресурсы. Да. Представляешь? М? Сколько ресурсов надо, чтобы сделать? Представляю. Это капец просто. Я смотрела видео. Или машину ту. Это ужас просто, сколько ресурсов надо. А как такую расцветку сделать? Терракотовую? Или как она называется? Расцветку чего? Машины. А, это там несколько цветов. Я срубила. Там основной темно-зеленый, потом темно-желтый. И еще какой-то цвет. А куда ты убежал? Вижу. Смотри. Вижу. Так, я сама бегает он по полям. Бесстрашная. Да куда ладно. Ты убежал? Ух, там что-то есть впереди. Ух, а что это? Там какие-то... А, чудик! Нет, только нет, чудик! Нет. Собирай! Попа надерет. Чудик, уйди отсюда. О, есть. Собирай. Тут сейчас вот, когда нету оружия никакого, да? Нормально. Угу. Вот сейчас эти все монстры, это такие каки, что просто ужас. Так деревянный меч можно создать. Да, можно, но он от него не поможет. А этих воскрешалок у нас не так уж и много. Ну да.
Вот. Что делаешь? Собираю. Блин, он побежал. Нет. О, я только вижу эти циферки ударов. Вон, все, он меня почти убил. Да, все, он меня убил. Бегу, 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 чё? Бегу. Да толку. Сейчас. Бегу, Митенька, я... бегу, маленький. Знаешь, да, как да. Ералаш. А куда он? Куда он убежал? А! Да, не боятся. Надо догонять, блин. Если не будет никаких провалов. Они же, видишь, на последнем издыхании они начинают убегать. Ты посмотри, какой хитрый! А, он к ним бежит, ты посмотри, не все так просто. А, он пошел этих подмогу звать. Вот зараза. Хитрюга, блин. Я F2 нажал, сейчас буду контролить. О, бежит назад. Дурак. Где, он где, отхилился. Где? У него там гнездо, он на яйцах посидел. Решил, ну все, я отхилялся. На чьих яйцах? Так, о, мясо, сало, еще и rabbit meat есть. Давай, то есть это, это по большому счету кролик. Ну да, мутированный. Жирный, да, какой-то жирный кролик. Ох, елочки зеленые, сколько мы рубить его будем. Ну, давай срубим. Опять втыкаешь. Да. Блин. Че, нормально, сейчас срубим. Ты тоже стоишь вон, уперлась в дерево и все. Надо лопату сделать, камней выкопать и сделать каменную лопату. А можно просканировать почву и сделать что-нибудь уже конкретное сразу. Можно, да, кстати, если вы найдете ресурсы, можно сразу делать ну, самые крутые лопаты, например, там золотые, алюминиевые, угу. Бриллиантовые. А какой тут самый высший металл? Ну, даймонд вроде бы. Алмазы? Да. Смотри, быстро дело идет. Да, в две руки-то. Нет, в одну руку и в одну втыкающую. А в четыре еще лучше было бы. В четыре глаза втыкающие. Блин, как горы, так эти, так и провалы. Но там в провалах, кроме воды, там еще могут быть ресурсы и очень много, кстати. И, скорее всего, так и есть, что под землей вот сеть пещеры, в этих пещерах ресурсы. Но без джетпака сюда нечего соваться. Это тоже так выглядит, знаешь, как мужик стоит, а баба стоит и рубит. Ну, у меня наоборот. А мужик стоит, командует, ну, у тебя наоборот. Так. О, есть. Сколько-то дерева мы получили, я понятия не имею, сколько. Надо смотреть по ресурсам. 30 дерева есть. Я ничего не получила. Ну, так тебе и надо. Кстати, как вот эти вот семена садить? Что там надо, какое-то приспособление покупать? Да, надо фертилизер, потом, короче, рюкзак, распылитель. Там не все так просто. Так, создам деревянный меч. Я уже копаю. Копай. Земля. Блин, ну, вот когда вот создаешь инструменты или чего-то создаешь, то список вверх подпрыгивает. Это неудобно. Каждый раз возвращаться туда. Так, F2. Я буду вот так копать лучше. Так. Ну, давайте камушки. Ну. Есть, первый камень добыл. Ля-ля-ля-ля. Как долго добывается, оказывается, а? Но в мультиплеере, видите, проработано, что, то есть, вы не за один раз, да, выкапываете кучу земли. Нет, вам придется потрудиться. О! Вещи-то ломаются. В смысле? А раньше они не ломались в мультиплеере. Какие вещи? Ну, инструменты. Да. Раньше не ломались. Да, слушайте, точно. Да, портится. Это ж круто. Это вообще отлично. А раньше, да, раньше они были бесконечные. Неинтересно было. Стоп, лопата у меня на четверке. Топор на тройке. А, опять она прибежала. Нет. Кто? Я сюда. Где? Кролик? Где? Да, если бы. И раньше урон не показывали. Куда? Не успел. А, забирай ты. Это было так смешно. Он подпрыгнул. Думаю, а, сейчас убегу. И такой раз и не успел. Чё ты тут копаешь?
Я копаю камни. Они нужны мне. Кстати, да, лучше когда копать, то F2 нажимать и куда курсором тыкаешь, то оно, ну, оно это и копает. Кому как, я скажу. Слушай, давай включим сканер. Давай разведаем, что у нас тут есть. Вот медь у нас есть тут. Как там он включается? Я просто нажимаю. Скан. Я не знаю, на какую кнопку. Железо просканируем. Нету. А я сейчас серебро. Все просканирую. Нету. Дальше алюминий. Нету. Золото. Ничего нету. Я все просканировала. Да? Ну и ладушки, ладушки. Так. Значит, создаем себе каменную лопату. Да ты что? Да. И создаем себе каменный меч. Чё и ты? Создаем себе... Нет, лук мне не нужен. Опять подо мной копать. Смотрите на нее, какая она. Так. Силвер, силвер, силвер. Стил, стил, стил. Стоун. Да чё, блин, оно не сразу реагирует на клик. А вообще, нужна ли мне кирка? Вот вопрос. Нужна. Ну, наверное, нужна. Да, нужна будет, потому что я даже в одиночке заметил, что чем лучше инструмент, тем лучше копает. К примеру, нельзя выкопать там какую-то штуку лопатой. Ну да. Даже самый хороший. Да хватит подо мной копать, ну. Так, тут неинтересно. Ну, иди отсюда тогда. Я иду к горе. Так, потом щит. Все, камня нет. Пошли к горе, там камней больше. Подожди. Я пошла. Опа, так. И... Догоняй! Подожди, а зачем я кирку сделал? Как-то зачем копать? То есть я сделал... А, это не агрессивный. Я не сделал лопату каменную, да, но я сделал кирку. А куда ты побежал? Ой-о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 й-
вода внизу. Ну, пещеры, да. Не хочу я туда. Там очень много их. Я не счастливого хочу. Пути. Я не хочу туда. Да иди, иди, иди. Там очень неинтересно. Ой, тут дырка. Угу, отверстие. Дырка. Отверстие. Дырка. Ну хорошо, там дырка. В отверстие. Я кого-то слышу. Копаем. Я кого-то слышу. Я кого-то слышу, блин. Я боюсь. Иди сюда, тут камней полно. Не-не-не. Я боюсь. Там камней полно. Я камней боюсь. Гра что? Гра все. Гранит или графит? Так, теперь. Графит. Создать. Кстати, проверка насчет кровати. Как там, wood, bed? Bed. Есть такое дело. Это есть. И что я еще могу сделать? Щит я могу сделать еще. Щит? Опять да. Дождь. Поставлю кроватку. Нельзя слипать! Блин! Так неинтересно. Так, акс я сделал или нет? Нет, я не сделал стоун акс, по-моему. Что я за человек? А каменный меч есть? Да. Так, на единицу у меня вот это было. На двоечке у меня топор обычно был, по-моему. На троечке лопата. Так. Дайте мне... О, камушек. Аж один камушек. Подожди, а как это у меня две лопаты вдруг оказалось каменные?
Ну ты сделал, значит, две лопаты. Опять дождь. Ну и елочки зеленые. А ты где? А я вот тут по карте смотри. Угу. А у меня монстр 4-5. Я буду пытаться его убить. Это железо? Нет. 3-4. А что это ты жаловался, что... Куда ты побежал? Эй, что-то там насчет вокселей, пикселей. Все нормально, все хорошо с вокселями, с пикселями. Все отлично просто. А мне наоборот удобнее, что строительство пикселями. Если бы еще... А я тебе объясню. Раньше можно было делать такие, знаешь, как округлые формы. А, да-да-да. А сейчас только чистый квадрат. Так вроде вот. Бы... Но игра воксельная, понимаешь, а графика пиксельная. Ну и что? И не очень это интересно. А мне неудобно вокселями копать. А мне очень удобно. Так, подожди. Что-то я не то делаю тут уже. Так, это сюда. И щит вот сюда. Так, на тройку у нас была лопата. Таймер кто-то врубил. На двойку топор, да, да. И вот это вот сюда. Все, теперь у меня правильно 4-5. Так, троечка, лопата, да. А чего не лопатой? Лопатой быстрее. Не знаю. Не, ну реально быстрее. Да? Да, конечно. Особенно камни. Так, ну, наверное, давай заканчивать. Ну да. Первую нашу вступительную серию. Вот. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на наши каналы. Вот. Ставьте пальцы. Да, ставьте пальцы, ставьте лайки. Оставляйте комментарии. Всем хорошего настроения. Увидимся с вами в следующих видео. Пока. Всем пока.